Воспитателю Гайского дома-интерната грозит реальный срок. В суд уже направлено уголовное дело. Женщина обвиняется по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником организации, оказывающей социальные услуги. В областной прокуратуре уточнили, что в период с 2015 по 2017 годы зафиксированы 3 вопиющих случая. Невзирая на особенности состояния здоровья воспитанников, женщина применяла к детям недопустимые воспитательные меры, а именно унижение, оскорбление, применение физической силы и нанесение побоев. Обвиняемая уволена из интерната, а приговор суда ожидает под подпиской о невыезде.